Сейчас итальянцы. Итальянцы Стефания Бертон и Андрей Хатарек. И уже неоднократные чемпионы Италии. Безусловно, на сегодняшний день сильнейшие в Италии спортивная пара. Ну и вот в прошлом сезоне они впервые завоевали медали европейского чемпионата. Стали бронзовыми призерами. Это их наивысшее достижение. Но, правда, на чемпионате мира они были десятыми. Не самое лучшее исполнение параллельного тройного тулупа. Сейчас есть вопрос, заключается в том, обойдут ли итальянцы нашу пару Столбова-Климов. У них самый первый элемент, параллельный тройной тулуп, был с ошибкой исполнен. Но в целом программа достаточно сложная. Четвертого уровня была исполнена очень хорошая поддержка. Тода с четвертого уровня у них. Хорошо исполненный выброс, тройной Ридбергер. Ну, словом, вот это единственное, что не получилось у них, это самый первый элемент программы, параллельный тройной тулуп. Сейчас мы увидим на повторе. Но, во всяком случае, их результат будет где-то очень близок к результату Ксении и Федора. Там разница может быть совсем небольшой. Да, вот здесь очень такую серьезную ошибку допустила партнерша. Вот, сложная поддержка. Хорошо исполненная. Вот, кстати, самую высокую оценку они получили именно за эту поддержку.
почти 8 баллов. Ну, вот неплохо исполненный выбор с тройной Ридбергер. Ну что, вторые они или третьи? Во всяком случае, для того, чтобы опережать Ксению Федорову, им нужно показывать тоже личный рекорд, устанавливать в короткой программе. Нет, они все-таки третьи. Третьи, хотя проигрывают меньше 1 балла Ксении Столбовой и Федору Климову. Меньше 1 балла. Ну, то есть практически идут они вровень после короткой программы. Ну и сейчас самое главное событие.